Большой музыкальный марафон исполнителей кавер-версий отечественных хитов на одной волне проходит в Подмосковье. Всего запланировано 50 концертов в 25 округах. Один из них в Люберцах. Любимые хиты российской эстрады, хореография на высоком уровне. Все это музыкальный марафон на одной волне. Такие мероприятия на одной волне фестиваль проводится практически во всех городах Московской области. Первый этап был в апреле, сейчас проходит второй этап. У нас финал будет этого фестиваля 2 сентября в Метищах, в Химках. Люди во всей Московской области имеют возможность увидеть действительно замечательных исполнителей, насладиться музыкой. В Центральный парк Люберец приехали исполнители и коллективы, которые уже давно знают и любят в городском округе, а также приглашенные артисты. Наша группа, она больше заточена на драйв, энергетику, то есть танцы, петь вместе с гостями. Мы планируем большой интерактив с гостями. Мы сделаем изюминку нашего коллектива, поучим людей бесплатно играть на скрипке, исполним знаменитые хиты нашей российской эстрады и постараемся просто провести хорошо время с гостями и с публикой, потому что мы сами кайфуем от того, что мы делаем на сцене. Марафон организован в рамках реализации специальных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды губернатора и Московской областной дирекции по развитию парков. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.